Зажигательные приветствия, остроумные номера и бьющие в цель шутки. Дан старт нового сезона официальной лиги КВН «Самара». Сезон новый, и во многих смыслах в этом году не только самарские команды будут принимать участие в нашем сезоне, но и приехали иногородние из Санкт-Петербурга, из Оренбурга. Могу сказать точно, КВН сегодня будет очень разный. В первой 1/8 финала сразились 8 команд. Новички и опытные участники сыграли 2 конкурса – приветствие и КВН-номер. В итоге 5 команд напрямую прошли в следующий этап. Цель – женская команда. Поэтому в первую очередь нам нужно понравиться мужчинам. Как вы поняли, мужчинам нравятся женщины, которые молчат. Петр, закрой за мной. Это что, Бог? Да ну не, мне кажется, это просто мужик из бани вышел. Бабки бывают разные, агрессивные и безопасные. Но всем им охота до боли раздать социальные роли. Здрасте! А у нашей Риты две личности. Одна властная и эгоцентричная королева мира, а другая работает в МФЦ. Губы, ноги, полный список четверть финалистов будет известен 15 апреля на 2/1 финала. Отметим, игры официальной лиги Международного союза КВН «Самара» проходят при поддержке администрации городского округа Самара. Виктория Шара, Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События.